Наша великолепная история любви началась практически 10 лет назад в моей агенте, и все, и мы так и познакомились. Все дошло до того, что в ноябре этого года я сделал ей предложение. Это счастливый для меня момент, и как и все 10 лет, которые мы вместе, я каждый день радуюсь, каждый день счастлив, что у меня есть такой человек, как Юля. Сашу я люблю, наверное, за то, что он всегда может поднять мне настроение. Конечно, у него есть свои негативные черты, которые меня тоже очень сильно бесят. Саша очень любит хоккей. Это его увлечение я не разделяю абсолютно, но, тем не менее, это огромная часть его жизни. При этом, да, я не понимаю, как можно не любить хоккей. Хоккей – это просто настолько такой заряд адреналина. Почему нельзя просто сесть со мной прекрасным вечером? Однако, если я люблю хоккей, то Юля у меня замечательный, просто великолепный детектив. Она посмотрела все 1500 серий «Следа». Он был таксист. Он привозил свои жертвы в заброшенный дом, давал им выпить две таблетки, они сами выбирали, жить им или умереть. А также он не особо любит животных, что является причиной того, что у нас нету котика. У нее безграничная прям... Вообще безграничнейшая любовь к котикам. Котики везде. Котики на улице, котики в телефоне, котики на одежде. Все ради котиков. Мне кажется, если бы я был котиком, то мы бы были замужем уже давно. Тем не менее, мы здесь с ним схожи, мы очень любим гулять. Неважно, что это будет, мы можем вечером куда-то выйти, просто прогуляться, мы можем прогуляться на машине. Если вот эта работа, она постоянно читает корпоративную почту. Вот даже сейчас, если бы можно было там камеру повернуть, по-любому она читает свою почту. Наверное, я скажу, что нас объединяет действительно. Мы оба любим кушать. Мы любим вкусно кушать, любим разнообразно кушать, любим мясо. Вот что есть, то есть. Уже на протяжении года мы стараемся как-то привести себя вообще к идеальному положению. Ну, в принципе, если я и так уже в идеальной форме, зачем куда-то стремиться? А есть еще что-нибудь? А еще у нас самое проблематичное – это выбрать, в какую страну мы хотим поехать. Потому что Саша не любит лежать у моря, он не любит загорать, не любит вообще все, что связано с ленивым отдыхом отдыхающих. Можно там потише? Как насчет поиграть? Красотка, да, телефончик? Саш. Он любит меня, и я действительно это чувствую, это знаю. Я уверен, что Юля меня безумно любит. Сейчас мне очень нравится в наших отношениях то, что я чувствую, то, что я вижу, то, что у меня сейчас на душе, я ему могу рассказать. Он не подумает обо мне, что я какая-то ненормальная, сумасшедшая. Он просто поймет меня, что он меня понимает реально с полуслова. Хотите, можете обняться? Да, ну, не. Не очень. Ваня, ну ты чё? Так себе предложение. Ты чё?